Это стенд компании Motorola, и передо мной, как заявляет компания, самый производительный смартфон на данный момент — Motorola Atrix 4G. Вот такой вот он, как это неудивительно, черный, с пластиковыми панелями, с разъемом HDMI и прочими прикольными штуками. Сейчас на него установился уже тест Quadrant Standard Edition, и мы посмотрим, насколько он действительно производительный и соответствует ли заявление компании тому, что мы увидим своими глазами. Вот тест закончен, осталось посмотреть на результаты. Итак, 2083 балла. Это очень хороший результат, сравнимый с Optimus 2X, который мы уже видели в Киеве. И действительно, ну как, самый или не самый, но очень производительный смартфон. А сейчас пойдем посмотрим, очень интересное решение представила Motorola, и очень необычное. Очень интересный, очень необычный аксессуар для Motorola Atrix 4G. Это не ноутбук Motorola, как можно было бы подумать. Это всего лишь клавиатура, экран, который вы можете подключить к телефону и пользоваться им как ноутбуком. Все, то есть подключили телефон и можем пользоваться им как ноутбуком. С полноценной клавиатурой, с тачпадом, с батареей внутри. Пожалуйста. Разве это не круто? Я хочу такую штуку. Хочу такую штуку для своего смартфона. И такой же аксессуар есть еще уже как настольный компьютер, то есть можно воткнуть телефон туда и пользоваться им как настольным компьютером, а не как ноутбуком. Сейчас нам сотрудник Motorola демонстрирует это. И, пожалуйста, полноценное изображение на большом экране, можно нормально браузить, работать с документами, с почтой, со всем. И это отлично, это будущее, я такой штуки мечтал еще года 3 назад.